Отдых у моря – это то, ради чего, собственно, тысячи отдыхающих едут на юг. И, конечно же, ряд благоустроенных городских пляжей уже в прошлом году были отмечены гостями побережья. Теперь и в Адлерском районе пляжная территория будет к активному сезону значительно изменена. Одно из пожеланий отдыхающих – это надо освободить море, сделать шире пляжи, благоустроить пляжи. И те объекты, которые еще были построены в 90-х годах, которые не имеют документы, конечно, они должны быть убраны согласно закону. В свое время предприниматели взяли эти муниципальные участки с гидротехническими сооружениями в аренду, но без права размещения на них торговых объектов. Обязательства нарушили, теперь сами же участвуют в демонтаже. Одни еще осенью убрали свои постройки, инвентарь, другие только сегодня. Когда было принято решение все это снести в октябре месяце, за 3 дня весь верхнюю конструкцию я снес. За 3 дня и доложил замглава администрации вот в Адлере. Далее, я сказал, если будет решение принято снести до гальки, я сам лично снесу. В первую очередь адлерские пляжи расширятся, увеличится и прогулочная зона. Адлерцы с нетерпением ждут обновления. Конечно, мы за то, чтобы благоустроить набережную. С детками погулять, самим прогуляться. Замечательно будет. Мы рады. В рамках федерального закона в первой водоохранной зоне запрещена торговля. Благоустройству пляжей городские власти уделяют особое внимание. Их отсыпка продолжится и дальше. А перед открытием летнего сезона комиссия во всех районах Сочи еще раз проверит благоустройство и безопасность пляжей. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.